Завсегдатаи парка имени Урицкого бьют тревогу. По непонятным для граждан причинам данный парк покинули его пернатые жители. Первое подозрение казанцев моментально пало на грызунов. Ведь между утками и крысами существует пищевая конкуренция. Если где-то селятся утки и люди их начинают подкармливать, следом приходят крысы. Крысы любят селиться у воды и совсем не прочь полакомиться утиными яйцами. Так что утиные гнезда они вполне могли разорить. Но не стоит спешить с выводами. Возвращение кряков можно ожидать уже этой осенью. Заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского университета и председатель Казанского отделения Союза охраны птиц России абсолютно убежден, что настоящая причина кроется в другом. Этим летом парк Урицкого переживает реконструкцию, а любые изменения территории ведут к переменам в условиях обитания животного мира. Условия изменились, фауна среагировала. Уже этой осенью, когда начнутся послегнездовые миграции, мы опять их там увидим. Крысы в данном случае вообще никакой роли не играют, потому как это совершенно разные экологические группы. Одни грызуны обитают на одних территориях, другие, соответственно, водные птицы, и поэтому точки соприкосновения просто нету. Так что распространенное среди горожан мнение, что к исчезновению кряков могут быть причастны крысы, можно смело опровергнуть. Между пернатыми грызунами при соответствующих условиях конкуренция может возникать только за кусок хлеба. А в этом парке кормовая база достаточная. Постоянно подкармливают люди, бросая хлеб в воду. Я думаю так. Гнездящиеся птицы сейчас просто распуганы этими, скажем так, работами строительными по реставрации, по оккультуриванию данной территории. Вот. Но я думаю, осенью утки в любом случае появятся, я об этом тоже уже говорил, утки обязательно появятся на этих водоемах. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.